Итак, чтобы подключить лодочный мотор Suzuki DF5 или 6 к внешнему топливному баку, необходимо приобрести. Сам топливный бак в большинстве случаев на 12 литров будет достаточно. Топливный переходник в бак. Все номера для заказа будут на ваших экранах, а ссылки открываются нажатием на кнопку в правом верхнем углу. Переходник вкручивается в топливную трубку бака. Необходимо купить топливный шланг с грушей. Если такого нет в наличии, можно приобрести отдельно грушу и топливный шланг метражом и закрепить все хомутами. Нужен будет топливный переходник к баку и переходник для подключения к мотору. После того, как топливная линия собрана, все легко подключается к баку и к мотору. После подключения нужно не забыть перевести мотор на питание от внешнего бака.